Снова приветствую вас, друзья, на своем канале. И сегодня у меня два моих новых помощника. Это клеевой пистолет на 60 ватт и вот такой налобный фонарик. Причина покупки является такая, то что есть у меня тоже такой пистолет, и в нем, получается, отгорел нагревательный элемент. Я его починил, ну и теперь пистолет очень долго разогревается по сравнению с новым, ну, наверное, минуты на полторы дольше, поэтому решил приобрести новый для таких больших вот клеевых, так сказать, пальцев этих. И обычный фонарик тоже где-то у меня был такой раньше, ну, не знаю, потерялся, решил купить новый. Итак, давайте вскроем, посмотрим. Значит, в комплекте идет сам пистолет и два вот таких вот огрызка. Ну, я не знаю, так только испытать. Вот. Нормальный получается стержень вот такой длины. И больше ничего нет внутри. Нет, вру, есть. Есть скоба. Инструкция. Вот инструкция и скоба, позволяющая вот сюда установить, и чтобы пистолет не падал. Вот таким образом. Вот так вот устанавливается пистолет в стоячем положении с этой подставкой. Мы ее пока уберем. Так, вот название Pro Connect 60 Watt 120104. Вот на коробочке написано, что он клеит, как он клеит. Ну и здесь инструкция по безопасности и по эксплуатации и применению. Если хотите, почитайте. И давайте посмотрим фонарик. Фонарик налобный, получается светодиодный, 7 светодиодов. Энергосбережение, вот указано, что можно носить на лбу. Три режима свечения, один диод, три и все. Фирма Камелеон какой-то, 10 лет срок службы светодиода. Ну, вот здесь, не знаю, как бы он. Ладно, сейчас я вскрою. В комплекте также идут батареечки, что уже радует. Итак, вот на коробочке что написано, почитаете, если разглядите. Сейчас попробую так. Ну, неважно, короче. Вот сам фонарик. Так, значит, open. Сейчас посмотрим инструкцию. Понятно, картинок никаких нет. Вот, значит, нарисовано у нас, как открыть. Получается, с этой стороны откручиваем и сейчас установим батареечки.
Так, тут у нас все как и везде. Ошибиться не получится. Так, значит, направляющая тут присутствует. Значит, так вот по направляющей и закрываем. Так, вот горит один фонарик, два, три и все. И вот такой ремешочек для того, чтобы надевать на голову. Ну, это я пока не буду собирать. Вот, сделано тут, написано, что сделано в Китае. Вот такая мягкая штучка сделана. Фонарик наклоняется. Вот, и давайте посмотрим, как он светит. Сейчас я подсветку включу. Ну, довольно-таки нормально. Кое-что видно. Для подсветки рабочей зоны вполне сойдет. Вот, ну на этом я видео хочу закончить. Всем, кому было интересно, полезно, ставьте лайки. Если было не полезно, то ставьте дизлайки. Вот, ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых видео и до новых встреч. Пока!